Всем большой курлык, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Андрюха, и сегодня будет немножко необычный видос. Дело в том, что сегодня я буду создавать собственный клан по Clash Royale, именно собственный. Помню, как я сидел на стриме, и мне один подписчик предложил создать свой клан, и, по идее, все остальные поддержали. Но прикол в том, что сегодня я буду создавать клан вместе с вами. В данный момент я нахожусь в клане Joker Squid. Или Squid, не знаю. До клана Сундука осталось 11 часов. Именно сейчас я записываю этот видосик в воскресенье. Но вы его увидите только в пятницу. Сегодня не будет боев, потому что я посчитал это уже достаточно неинтересно. Потому что в каждом видео я делал практически одно и то же. Но я открою вот эти вот сундучки и еще улучшу себе яд до 3-го левела. Кстати, вместо вот этого серебряного у меня был огромный, который я чисто случайно слил. Ладно, давайте начнем с золотого. Заметил то, что мне очень часто стали выпадать эпики из ежедневки. И причем я еще даже забыл сказать, что мне выпало спарки из королевского. Я купил сундук за 500 гемов этот легендарный, и гончая выпало. Больше я не буду его покупать, потому что гончей я попробовал попользоваться, и у меня что-то как-то не получилось. Ну, это нужно время. Может быть, когда-нибудь научусь. Так, третий пошел. О, стражи выпали. Вот это уже что-то более-менее нормальное. Ну, как сказать. Нормальное было бы, если выпал там какая-нибудь легендарка. Ладно, и королевский. Тут есть шансы, что здесь выпадет легендарка. И эпик. Но эпик, наверное, должен. Нет, эпик не выпал. Это очень даже и обидно. Так, яд я, наверное, улучшу в конце. Потому что сейчас я буду создавать клан. Я даже не знаю, какие ресурсы для этого понадобятся. Мой клан будет называться АТГ. Если вы хотите узнать расшифровку этих трех букв, то обязательно заходите в мою группу. Именно там я напишу, как это все расшифровывается. Здесь я не хочу видео говорить. Давайте же начнем, но перед этим я хочу написать одно сообщение в чат этому клану. Да, оригинальность, конечно, моя прям так и блещет, но ладно, пофиг, так вот отправлю. Заходим в клан, покинуть, и все, я ушел из клана, и нажимаем на кнопочку создать, и в название втыкаем АТГ. Далее, какой же мне выбрать символ? Ого, здесь сколько, слушайте, а реально символов очень много. Я честно, я даже не знаю, что выбрать. Ребят, по-моему, вот именно вот этот вот флаг мне очень подходит. Вы посмотрите, как он символизирует мой канал. Еще раз подумав, я точно уже выбрал этот флаг. Описание я добавлю чуть-чуть попозже, потому что сейчас у меня совершенно не возникает никаких мыслей, но когда вы вступите, уже будет все готово. Типа я выберу, наверное, скорее всего, открытый, да, пусть каждый зайдет, но необходимо трофеев ровно 1000. Выбрать типа страну, ну я, естественно, выберу Россию. Ну и по идее все, да, я все выбрал, создать. Клан готов, отлично. Я создал клан. И сколько у нас осталось? Да, можно улучшить. И давайте я яд улучшу. Плюс 5 и плюс 2. Нормально. Возможно, кто-то скажет, что яд это говно, но, не знаю, мне нравится. Пока мне нравятся карты, я в них играю. Как только они мне надоедают, как, например, там вот эта мини-пека, я сразу ее уже убираю. Как я вижу, здесь можно поменять все, что угодно в любой момент, поэтому это не страшно, если я захочу выбрать какой-либо другой флаг. Ну что ж, я создал собственный клан, вступить в него может абсолютно каждый, кто имеет хотя бы 1000 трофеев. Принимать я буду абсолютно всех, пока кикать никого не буду. Сейчас главная задача — это заполнить клан полностью. Более подробное описание клана вы можете прочитать в описании под этим видео. Также я после видео заполню в клане описание, ну или зайти в мою группу, там я точно очень подробно все распишу, поэтому заходите, вступайте в мою группу, также можете в ВК зайти в группу, там тоже это все почитать. Ну и те, кто будет вступать, не забудьте немножечко заработать корону, чтобы набить клановый сундук, я буду вам очень благодарен. Я буду заканчивать, спасибо за просмотр, вот такой вот видосик у меня вышел, обязательно вступайте в мой клан, там бла-бла-бла, в общем, всем удачи и всем пока.